Приветствую всех в очередном уроке по программированию игр в Scratch. И в третьем уроке мы, наконец, создадим первую игру. Каждый из вас уже научился пользоваться основными инструментами Scratch, и я практически уверена, что создал не одну анимацию, а даже несколько. И наверняка, надеюсь, многие помнят, как мы определяли анимацию. Анимация, помимо того, что мы узнали, что по-английски это слово звучит как animation, по-французски animation, означает по-русски мультипликацию. И еще мы говорили о том, что это процесс одушевления или оживления различных объектов. И ваши персонажи ваших мультфильмов с помощью ваших скриптов ожили. Еще можно сказать об анимации, что это совокупность графики и движения, поскольку мы рисуем каких-то персонажей в графическом формате на компьютере, а потом добавляем им движение. Scratch — графика создается с помощью спрайтов, у которых есть костюмы, и все они находятся на сцене, а у сцены может быть несколько фонов. Это графические элементы среды программирования Scratch. Для того, чтобы оживить, одушевить наших персонажей, мы пишем скрипты или реализуем программы по определенным алгоритмам. И у каждого спрайта и у сцены есть вкладка «Скрипты», и мы собирали их из блоков или команд. И основные команды, которые вы изучили, это команды из группы движения. Все знают уже группу такую и команду «Идти», например, 10 шагов. Еще мы работали с такими командами, как «События», и все используют, когда щелкнут по флажку, для того, чтобы скрипт можно было запустить. И, наконец, практически всегда нам необходима команда, которая так и называется всегда, чтобы наши действия выполнялись постоянно, пока мы не нажмем на кнопку «Стоп», это команда из группы управления. Я очень надеюсь, что вы помните и другие команды, и некоторые даже изучили самостоятельно. Ну и, наконец, для того, чтобы наша анимация заработала, нам нужны важные кнопки для запуска скриптов. Все нажимали на зеленый флажок и остановки скриптов. Это красный кружочек. Вспомним также, что мы писали то, что называется сценарием. И для того, чтобы это сделать, мы отвечали на несколько вопросов. Первый вопрос – кто или что? Мы определяли, какие спрайты в нашей анимации будут работать, кто будет находиться и где, на какой сцене, с какими фонами. Ну и, наконец, отвечая на вопрос «как?», вы писали скрипты. Все это, еще раз повторю, напомню, называется сценарием. И сегодня, как я и обещала, мы сейчас уже начнем переходить к практике. Мы рассмотрим тоже пример создания достаточно простой игры, но эта игра будет основана, конечно же, на анимации. Эта игра называется «Кот следит за мячом». Ну, давайте посмотрим на эту игру. Я загрузила игру заранее. Сегодня я работаю в офлайн-редакторе, по-английски офлайн-эдитор, потому что на сайте Scratch ведутся какие-то работы, и, к сожалению, в онлайне я работать не могу. В одном из следующих уроков я покажу, как установить офлайн-редактор, и надеюсь, что с помощью родителей каждый из вас сможет его установить. Возможно, уже кто-то установил. Но посмотрим, как устроена игра «Кот следит за мячом». Она достаточно простая, и вы в этом сейчас убедитесь. Я разверну на весь экран, нажму на зеленый флажок, и вот наш мяч. Я вожу просто мышкой по сцене, и кот поворачивается в сторону мяча. Как я говорила, игра очень простая, но она нам нужна для того, чтобы потом на ее основе сделать что-то более сложное. Ну что, поехали, рассмотрим сценарий. По той схеме, которую мы используем, первое, что мы должны сделать, это ответить на вопрос «кто что?», какие у нас в нашей игре действующие лица или в терминах Scratch спрайты. Это у нас кот и мяч, то есть мы должны будем обязательно загрузить спрайт кота и спрайт мяча. Ну, спрайт кота вы уже заметили всегда есть, когда мы создаем новый проект, а спрайт мяча мы добавим. Следующее. Отвечая на вопрос «где?», мы вспомним о том, что сцена у нас с фоном футбольного поля, и поэтому на нашу сцену при создании нашей игры мы будем добавлять соответствующий фон. И, наконец, «как?». Если рассматривать кратко, то
мяч у нас должен перемещаться вслед за мышкой, то есть мы должны водить мышкой по сцене, а мяч должен находиться в той позиции, в которой у нас будет указатель мыши. И кот должен поворачиваться в сторону мяча. Куда бы мы ни повернули и ни переместили мышку и вместе с ней мяч, кот должен за ней следить. Я надеюсь, каждый запомнил этот сценарий, и сейчас, не возвращаясь к этому описанию, по памяти мы реализуем эту простую игру. Запустим Scratch и начнем работу. Как я уже говорила, мы работаем с офлайн-редактором, и когда он установлен на компьютер, на рабочем столе у нас есть вот такая иконка Scratch. Я его запускаю, либо нажимая клавишу Enter, либо двойным щелчком, при условии, что эта иконка выделена. Вот у нас запустился редактор. Сейчас я сделаю так, чтобы окошко записи было целиком видно всем. И начнем. Итак, у нас первый пункт сценария. У нас есть два спрайта. Это спрайт кота, он уже есть. Вы можете заменить его любым другим. И спрайт мячика. Вот мне нравится этот мяч, и вы можете выбрать какой-то другой. Видите, здесь есть другие мячи. Поставим их. Далее у нас у сцены должен быть фон футбольного поля. Вот оно тоже, его легко найти. Ну, правда, это поле бейсбольное, но неважно, оно нам пока подходит. Нажимаем ОК. Вот уже очень похоже на нашу игру. Уберем лишний фон, который нам не нужен, хотя, в общем-то, не страшно, если он у вас останется. И приступим к реализации скриптов. Ответим на третий вопрос, как все это происходит. Выбираем сначала спрайт мяча. Начинаем с мяча. Это наши костюмы. Переходим во вкладку «Скрипты». И с чего начнем? Конечно же, нажмем на кнопку «События». Выберем группу команд «События». И нам нужна команда, когда щелкнут по флажку. Следующее, что нам нужно – у нас действие происходит всегда, значит, нам нужен цикл «Всегда». Это те блоки, те команды, которые всем известны. И сейчас самое главное, нам необходимо, чтобы наш мяч все время перемещался в то же положение, где находится указатель мыши. Эта команда находится в группе «Движение». И вот она называется «Перейти в указатель мышки». Мы ее вставляем внутрь цикла. Ну что, проверим. Нажимаем флажок, и оп, уже сразу мяч перепрыгнул за мышкой. Куда бы я ее ни вела, мячик приклеился к мышке. И даже когда я пытаюсь нажать на кнопку «Остановить скрипт», мячик перепрыгивает чуть ли не на эту кнопку. Остановлю скрипт, верну мячик. С мячиком у нас все в порядке. Теперь напишем скрипт для кота. У него тоже первые две команды нам известные. Я надеюсь, каждый понимает, почему. И теперь нам необходимо, чтобы кот все время смотрел в сторону мяча, поворачивался тоже в эту же сторону. Для того, чтобы реализовать такую возможность, в группе команд движения у нас есть еще одна специальная команда, которая называется «Повернуться к». И у нее тоже есть параметры, из которых мы можем выбрать необходимый. Ну, давайте ее добавим в цикл и проверим, как она работает пока без настройки параметров. Запускаем. Мячик у нас перемещается, а с котом ничего не происходит. Значит, наш скрипт либо написан неправильно, либо что-то работает не так. Давайте проверим, что произошло. Посмотрим, что у нас в параметрах. Это те параметры, которые Scratch подбирает сам, исходя из той информации, которая у него есть об объектах нашей анимации. У нас есть два спрайта и сцена. И здесь у нас в качестве параметров тоже соответствующие элементы. И вот я вижу, что при обновлении Scratch так получилось, что что-то пошло не так, и вместо того, чтобы здесь было написано указатель мышки, написано по-английски mouse pointer, а надо указатель мышки, чтобы было написано. Сейчас запустим, и должно работать. Включаю, да, все работает. Вот код, в общем-то, смотрит на мышку, и эффект у нас такой же, как будто бы он смотрит на мяч.
В общем, можно так и оставить, и вот такая уже простая игра готова. Но если вспомнить наш сценарий, мы говорили, что кот должен следить за мячом, поворачиваться в сторону мяча, а не мыши. Поэтому мы сейчас сделаем так, чтобы действительно это соответствовало нашему алгоритму. Остановим и посмотрим, каково имя мяча, спрайта мяча. Здесь написано «ball». «Ball» по-английски означает «мяч». Для того, чтобы было понятнее и удобнее, можно нажать на кнопочку «и», и здесь вот в поле ввода вместо «ball» написать «мяч». Нажмем на стрелочку, сворачиваются наши свойства, и мы видим, что здесь написано «мяч». Перейдем к спрайту кота и в параметрах команды «повернуться к» можем выбрать «мяч». Можно было не менять имя спрайта «ball». Кто знает английский язык, можно было оставить «ball», и тогда бы здесь было написано по-английски «ball». Проверяем. Ну вот, работает, можно играть. Да, игра получилась очень простой, но мы изучили две новые команды. Напомню, это команда «перейти в». У нее тоже есть параметры, можете посмотреть, поэкспериментировать для спрайтов. И есть еще команда, мы изучили команду «повернуться к». Что еще очень важное и, пожалуй, главное мы не сделали? Правильно, мы не сохранили наш проект. И сейчас ты увидишь, что в офлайн-редакторе есть некоторое отличие в сохранении, а именно в содержании меню пункта «файл». Давай я нажму на «файл», и здесь уже значительно больше подпунктов. И нам нужно для того, чтобы сохранить проект, просто использовать пункт «Сохранить». Нажимаем. Выбираем рабочий стол, надеюсь, помнишь. И нашу папку для хранения мультфильмов. «Мои мультфильмы» она называется. Здесь уже для работы я несколько раз сохраняла этот проект. Сейчас сделаю еще раз. Мы вводим имя. Кот следит за мячом. Поскольку у меня несколько проектов, например, я сделаю еще с цифрой 2. Кот следит за мячом. И нажимаем «Сохранить». В офлайн-редакторе можно больше ничего и не писать, достаточно этого. И у нас появилось имя проекта. Вот оно здесь. Если мы перейдем на рабочий стол в папку «Мои мультфильмы», то тоже вот у нас наши проекты, только что сохраненные. Вот кот следит за мячом, вот этот. Все получилось. А сейчас физкульт-минутка. А теперь задание. Сделай свою первую игру «Кот следит за мячом». Для этого тебе необходимо использовать два спрайта «Кота» и «Мяча». Можешь придумать любого другого персонажа, использовать любой другой спрайт и написать два маленьких скрипта. Не забудь добавить на сцену новый фон. Ну а в следующей части этого урока я покажу, как сделать эту игру еще более интересной. Желаю творческих успехов и до встречи в следующей части урока.